Любая собачка, ты выйдешь на улицу, любая собачка, которая... Любая собачка будет умнее дотера из скрытого пула. Соло. Что? Я самый лучший игрок в мире, я всегда это говорил. TestFate.ru. Первый в России магазин электронных товаров, в котором вы можете приобрести топовые игры, цифровые сертификаты, внутриигровые предметы и валюты по значительно заниженной стоимости. Помимо известных платежных систем, расплачиваться можно также и внутриигровыми предметами, такими как скины из CSGO или вещи из Dota 2. Все самое лучшее только на testfate.ru. Первым 500 зарегистрировавшимся мы дарим один Fate Point в подарок. Спешите быть первым. Давай волну. Ага, сильно играешь, мусорка. Найс, ульт. Ноль героя. Это животное больное, блядь. Как я должен выиграть с этим челом? Он же дебил, блядь, по жизни. Он же дебил именно конченый. Как тут вообще играть? Ну как тут выиграть? Он же дебил именно конченый. Плюс микро. Здрасте. Короче, как вы могли догадаться по вылету шейкера, я уже ныл все начало игры, что я опять в скрытом пуле. Какого-то черта забрали эмоты, за которые люди платили деньги. Добрый початок! Покупали компендиум только ради эмотов, и эмоты отобрали. Да вообще, блядь, дебилы. Блядь, Некролит, Бон Флетчер. Сильный герой против меня на лайне. Хуёво. Добрый початок! В целом, я не знаю, в целом у нас... Если Сайленсер будет полезный, пик должен быть лучше, если Шторм мид не проебет. Ну это при условии, что Сайленсер будет полезен, а Шторм не проебет ебаный мид. Сал в чешёнтке! Кулите. Кулите. Удачной игры. Изи плюс 25. Battle begins. Посолен. Ясно, убили луну. Дышилы. Что-то придумал подраться. И же бездарные. Потеряли кэрри, блять. Я знал, что плохо закончится. Они не могли Дума убить. А я проигрываю лайн, короче, пизду. Что-то играть не хочется. А, я не могу добить этого крипа, давно не играл. Не, если лайн выиграет, то только его убей прямо сейчас. Если я его не могу убить прямо сейчас, то я не могу этот лайн выиграть. Reap the whirlwind. Another arrow in my quiver. On it. Уже не убью, походу, никак. Под вышкой. Try this on for size. Добрый початок! Of course. Это да он. Земля пухом. Но я его переигрываю в говно, но Некролит все равно выиграет в итоге лайн. Потому что это Некролит. Ну типа я его разъебываю, видите, я его разъебываю. Он разъебан. Я его просто разъебал, он все, он проебал лайн один на один, до свидос, он крипа не подходит. Сейчас к нему или саппорт придет, потому что они, очевидно, понимаю, выигрывают. Счет 3-2. У шторма 1-2, блядь, животное бездарное. Пук! Я, блядь, живу, скрытый пул. Я снова в скрытом пуле. У меня два кора уже по две смерти имеют к четвертой минуте. Ну, нереально выиграть. В скрытом пуле все игры луз, гарантированно. Я лайн выиграл один на один. У меня в тиме даун и руинит. Стандарт. Я промахнулся. Шторм опять мертвый, у шторма три смерти, он просто дебил, он конченый дебил, он не человек, он дебил и хуесос.
Your middle tower is under attack. You've got my wind up. То, что мы не крыльев убиваем, нам не поможет, потому что у нас два дебила хуесоса, 0-2-1-3. Что толку убивать одного не крыльев, нас двое фидят. Привет, папа. Attack! Скажи спасибо и поздоровайся, пожалуйста. Ага, Рафа, привет, спасибо. Рафа в чат чилы. Пока дай смерть от дебилов. Дебилы. Как ты на не попала, блядь? Not yet. Already moving. Чего на меня пингует, блядь? I'm way ahead. Бездарность. Like a wind. As the arrow flies. Алло, да, он, помоги мне! Меня не может убить, на самом деле. Окей, я умер. Теперь точно. Ну, играть нет смысла, ебучий скрытый пулс. Четыре союзника в лесу сидят, пока я, типа, атакую вышку. То есть, зачем играть? Да, мы не в десятером ганке. Ничего не везет максимально. Вот так-то лучше. Дебил. Дебилка и дебил генерал Рафланибала ПС. Тупой говно, тупого говна. Говно Рафланибала. Дебил конченый мусор! Не может нажать кнопку. Что, мы не дамажим героев? А зачем тогда Балатрун бежит вообще на противника, если он даже... Если ничего не происходит? Где атака вообще? Мы ничего не делаем, герои не дамажатся, герои бегают подо мной, я их стреляю. Урон не наносится, ничего не происходит, нету помощи. Дебилы конченые, хуесосы тупые. Минус дебил, изи. Мы его не дамажим, мы пытаемся его пробить. Ничего не получается, сори. Чего, блядь, еле дамажит, пиздец. Не получилось, задонаешь штормана, пусть. Стой, вышку задонал. А, не, не я. Стоит под крипами, со мной давится за крипов. Вот она стрела. Две стрелы даже. Сколько шторм может раз умереть за игру? О, у него уже арчит. Ну ладно. Пять раз умер, арчи собрал, молодец. Опять кор умер, 5 смертей, 1-5-2, 5-5-0. 10 смертей на коров за 19 минут. 16 уровень у чела итема, которого я загнобил в ноль. Я его загнобил в ноль, я его уничтожил. Я его обоссал на лайне, теперь у него миллион итемов и 16 уровень. Да, конечно. Отлично, 23 минуты power threats. Но пытаюсь добивать каждого крипа. Потеет за каждого крипа, но 23 минуты power threats. Да, понял, понял, принял. А луна АФК, я понял, дебил конченый. Привет, папус. Когда уже приедут те два педика из Усливи? А, да. И не убили никого. Возьмут ли они его вида на? Добрый початок! As the arrow flies. Blessings upon a loyal warrior. I go. То есть, да, он умирает, пока я тут вышку добиваю. Они решили умереть всей командой. Окей, понял. У вышки 100 хп. Вся команда решает умереть. Зачем меня ждать, пока я добью вышку? Лучше умереть всей командой. Иди вышки. Ладно. Конченые. Вся команда дохнет, пока я решил добить вышку со 100 хп. Что? Зачем? Добрый початок. Конченые, скрытый пул. Игра начинается и заканчивается 100%. Your middle tower is under
очень интересно играть. Шторм АФК, все АФК. Играть невозможно. Игра точно проиграна. Какой интерес играть, когда находится. Майс, вот вообще. Убьешь кого-то, проверяй. Собрал итемы, когда игра закончилась. Бездарное уебище. Он собрал итемы, когда игра уже закончилась. Бездарное уебище на стороне. Никогда кнопку не нажмет, никогда в жизни. Конченый хуй. Просто пизда. Просто пизда, какой мусор. Нажми что-нибудь, луна конченая, выпускная. Бесполезные куски говна. Ага, убежишь, что из-под сауна. Из-под этого, короче, из-под слова моего. Мне бы этого ни одного килла не идет. Вообще ничего не зарабатываю, то есть я байбэкнулся, я никак не могу отбить потери свои. Просто дебил захотел убить саппорта и потерял вторую сторону. Вернее, даже третью. Нажмешь ульту, уебище. Найс ульта, никого не тот сет, сори. Like the wind. Shit, I'm under attack. Одного героя убили еле-еле. Дебил на дебиле не может ульту нажать. Привет, Попечь. Это мой первый донат. Привет. Покажи, пожалуйста, на стриме мой город на карте Google или другом. Не, Краснодарский хочу. Край город Армавир. Только увеличь немного, чтобы работяги разглядели. Не, я не буду этого делать. Не хочешь переехать сюда? Сори, я не буду этого делать, не хочу. Вдруг на это, ну... Короче, я не буду этого делать, извини. Спасибо за дейст. Давай волну. Ага, сильно играешь, мусорка. Найс, ульт. Ноль. Животное больное, блядь. Как я должен выиграть с этим челом? Он же дебил, блядь, по жизни. Он же дебил именно конченый. Как тут вообще играть? Ну как тут выиграть? Он же дебил именно конченый. Он еще ульту отдал, блядь! Он отдал противнику ульту еще. Impossible. Ну что еще? Здарова, первый донат, твой донат. Твоя сборка на ВР лучшая. Почему ты ее не оптимизируешь по ситуации? Ведь есть ситуации, где здесь уже очевидно, у тебя после лейнинга все ок, плюс не загангают минут 10 еще никак. Почему бы не вставить медас после перса? Потому что это хуёво! Какое-то другое решение, лучшее для фида. Потому что Мидас это хуёво, Мидас это хуёвый итем. Это не называется оптимизация. Блять, не пытайся предлагать по доте, если ты ничего не понимаешь в игре. Как можно собрать Мид... Ты сказал Мидас после линки собирать? Блять. Не вставить Мидас после персика, что? Блять. Ой, блять. Бля, я слишком зол, чтобы отвечать на такое. Я не знаю даже, что сказать. Мидас после персика. Это просто пиздец. Думали. Я его привязал, ноль помощи, окей, понимаю. Добрый початок! На кого ты делаешь? На бараке его не стоит, чё, блядь. Никто не порталится. Всё, не выиграем. Мы даже не успеем барак вынести, мы ничего не успеем. С этими дебилами. Нам хотя бы две стороны выносить, иначе у нас шансы нет. Фудуа! Сыду носить сторону еще. Скулярит делителя солярита. Я его связал. Он умер. Его не можете зацепить, он настолько бесполезный. Кусок дебила на бомфлэшере. Жаль, я не умер. Я связал дебила. Соло. СТО! Я самый лучший игрок в мире, я всегда это говорил. Только я могу выиграть скидку пули, больше никто в мире. Хотя мы не выиграли, потому что еще не поем. Но еще
Супер Изи можно проебать, но надо проносить трон. Трон. Трон конченый хуесос. Не человек, хуесос. Думает и ошибается. Найс, двигаешься. Найс, удолбоёб. Но героев ульт, понимаю, стандарт. Стандарт дебила. Не, не выиграем, не выиграем. Ладно, забейте, не выиграем. Чел только что ничего не сделал, не нанес ни капельки дэмэджа и не убил, ничего не сделал, короче. Просто дебил. Просто ебанутое какое-то животное, не знаю. Никогда не просвечивает никто. Почему никто не просвечивает никогда? Я так не могу понять, почему всю игру не просвечивают. А чё они не хотят просвечивать всю игру? Им похуй, типа, не надо просвечивать, зачем просвечивать, да. Ну да, зачем просвечивать. Все, тут циглы. Но трон надо ебашить. В этот раз будет сложнее мне, если нет. Если я умру, ну, вы понимаете. Как животные без человека справятся? Это что, надо кто-то же будет показывать, как играть доту. Я связал дебила. Байбек сделал. И опять нету мана, что выжить. Какие же бесполезные. Попался сюда. Заодно на байбек забайтили. Здорово, Виталя. Хочу спросить совета. 2 года встречаюсь с девушкой. И недавно была годовщина, то есть я решил отвечать. Сделать ей очень крупный подарок. Взял кредит и купил ей машину. Облизал красным бантом и поставил во двор. Позвал ее, а она вышла и говорит мне: ты что, долбоёб? Зачем мне этот камень? Как вернуть ее? Ношение Аегиса можно доверить животному тупому, правильно? Носить Аегиса — пассивная работа. А гем, как бы, нужно быть в нужное время в нужном месте, пока человек справится. Добрый початок! Here it goes, долбоёб. Байбека нет. Именно сэр у дебила, который не может сэр применить. Вау. That's incredible. То есть я сделал идеальный врыв, и мы проиграли файт. Это вообще невозможно, да. Я сделал идеальный врыв, и файт проигран полностью. Когда я сделал идеальный врыв, когда я выиграл игру, только что союзниками я только что выиграл игру. И не проиграли игру. Когда я сделал идеальный врыв. Дебил на шторме, единственный чел без Аегиса, получил дум. Как может такое быть, если я идеально играю, как они так хуево фейлят? Какие же вы куски дебилов, бля, это просто невероятно. Такого даже быть не может, лол. Они в смоке, и мои дебилы даже не подозревают, что противники в смоке, они даже не подозревают. Мои куски говна даже подозрения не имеют, что враги в смоке. И сейчас нас будут убивать. Ну ладно. Окей, я не сдохну. Почему этот чел живет бесконечно, его никто не может добить? Что, мы опять проигрываем файт, или что там? Да, дебилы конченые. Я его ни с кем не связал? Ладно. Как мне клинца добить? Так, я его добил. Что есть? А? Помоги мне, животное, блядь, я самый главный игрок в этом мире. Как мне связать кого-то с кем-то? Очень сложно здесь разобраться в ситуации. Я не могу связать никого никак. Ну, МКБ? Как у меня бьет? Почему помощи нет? Где все? Они без меня пай начинают, даже не знаю. ФК он ловит стрелу на шторме! На шторме не может задолжить стрелу! На шторме нельзя задолжить стрелу! Ебать ты дебил, блядь, земля тебе пухом! Ебать, ебать, ебать! Вау, даст спустя 2 секунды. Спустя 2 секунды! Какой же ты дебил! Ноль интеллекта! Опять их поймали в смоке. Почему меня никогда не ловят в смоке? Почему только вас ловят?
летай, дебил. Сын драться решил. Что, не умирают просто? Что происходит? Почему чел на шторме просто умирает? Окей, я умер. Ладно. Я заебался играть уже просто. Не могу. Не могу терпеть скрытый пол, этот ебаный, у меня сил нет. На хвоме торги байбек. Вот-вот, дебил нет байбека, он стоит в деревьях, чтобы просто сейчас умереть. Какой же он тупой, бля, какой же у него интеллект низкий. Это пиздец, у него интеллект как у собаки какой-то. Нет, это оскорбление для собак. Почему ты здесь стоишь в деревьях? Какой смысл? У тебя нету байбека, зачем тебе тут стоять? Вот зачем? Почему у него такой низкий интеллект? Не, почему у него интеллект такой низкий? Почему ты здесь стоишь? Все, мы проебали, я говорю. Он там стоял без байбека все это время. То есть у чела просто, ну, интеллект это... Ну... Я не буду байбекаться принципиально, потому что он не заслуживает победы. Я не хочу так делать, не хочу так байбек делать. Ну, хотите сказать, что чел с таким уровнем интеллекта заслуживает победу, блядь? Не связал одного. Чего умна, байбек не делает? То есть он ждет, чтобы байбек сделать, но он не может сразу сделать? То есть он ждал, чтобы сделать байбек? Привет, папа. Пересмотрел лучшее аниме Эрис. Я не могу убить чела, потому что я его не вижу. У меня поехала крыша. Заболела голова. Что на десерт? Удачи и здоровья. Какой удачи, нахуй? Не бывает удачи в скрытом пуле. Не бывает здоровья в скрытом пуле. Какой нахуй удачи и здоровья? В скрытом пуле никто не выиграет никогда. Это чел, ему все говорили get back, все. И он здесь стоял все это время. В скрытом пуле нельзя выиграть. Это очередной пруф. Нельзя в скрытом пуле выиграть. Потому что все делают, твои союзники, все против того, чтобы ты не выиграл. Вот он здесь стоял, и все говорили не стоять здесь. Все говорили get back, и на него все пинговали. А он там продолжал стоять, потому что у него очень низкий уровень интеллекта. Здесь у челов 10 ICQ, 5 ICQ. А они доту, им кто-то установил. В интернет им кто-то зашел. Они не могли сами попасть в эту игру никак. У них очень низкий уровень интеллекта. Все говорили, что здесь стоять нельзя. Все. Это невозможно выиграть, то есть... Вот он здесь стоял и ничего нельзя сделать, потому что он там решил стоять. И у него нет байбека, и он решил там стоять. Все говорили не стоять там. Но он решил там стоять. Как бы вообще среди человечества у дотеров в скрытом пуле самый низкий уровень интеллекта. Именно там они такие тупые, что тупее нет уже никого, ничего. Любая собачка, ты выйдешь на улицу, любая собачка, которая... Любая собачка будет умнее дотера из скрытого пула.